Всем привет, привет, вы на канале Йо Камензон. И сегодня мы играем в ПК XD. И я тут вижу, что у нас новое обновление. И смотрите, тут какое-то у нас дерево растет. О, нам может дать штуки. Привет. Я дерево, ты должна меня вырасти. Я очень глупенькая. Когда ты меня вырастешь, что ты получишь, может, какой-нибудь домик. Какой еще домик? Не знаю. Ну, может, какой-нибудь подарок. Я еще не знаю, что я тебе дам. Потом. Я очень-очень глупенький. Хорошего тебе хорошо меня расти. Как-то он непонятный все говорит. Смотрите-ка, ребят. Он какой-то непонятный. Да? Кстати, ребят, давайте только покороче сделаем, чтобы было видно мой рюкзак. И мы, кстати, можем что-нибудь купить. Давайте купим... Что мы купим? Юбку? Нет, мне не подходит так. Вот тут такие подходят. И мне все подходит. Так, что бы нам выбрать? Юбку что ли? Ну, конечно, не идет. Но больше мне понравятся штанишки. Давайте только сохраним этот костюм. И идем. Так. Смотрите, он стал деревом. Смотрите, он стал деревом. Я уже две секретных коробочки собирала, но ушла, но я нет. Я не нашла. Потом давайте будем находить эти секретные коробочки. Давайте мы сейчас найдем какую-нибудь третью, что ли. Так. Может, сзади робота есть? Нету. Где же эта секретная коробочка? Бочка. Мы появились новый посох? Нету. Ребят, что же, вы заметили, что тут стеклянные полы? Я не хочу в тебя играть, вот. Давайте посмотрим, где эта секретная коробочка. Вон, где она? Давайте купим питомца. О, у нее ткань. Это девочки.
Давайте купим вот эту. Теперь давайте ее поставим. И откроем. Сегодня. Вот, ребят, мы сейчас откроем эту. Вот эту питомца. Кто же там? Тут вот птичка. Есть птичка. Это воробушек. Давайте какое-нибудь имя ему назовем. Ему имя? Так, ребят, давайте ему имя назовем. Так. Так. И давайте назовем ему имя. Какое же имя? Давайте назовем ее. Вот. Вот все. Мы и не придумали вот такое. Ну давайте ее оденем. Нашу птичку. Я вам только не скажу, как ее назвала. Сами читайте. Я думаю, что птичка будет подходить только вот такие наушники. Ну просто они летают и наши с крылышками. Потому что все. Но тут мои питомцы говорят, что тут все лучше. Поэтому мы дома ее напоим. Ребят, если вы нашли секретную коробочку третью, то напишите в комментариях. Давайте пускай пока что пьет наша птичка. А вы знаете, почему я именно такую футболку выбрала? Потому что тут есть такой браслетик. Давайте. А если такую вот комнату сделала? По-другому. Ну что, красивая же? Не, моя. Вот птичка. Ждалась. Но я его реально не скажу, как ее зовут. Так. Поиграем. Вот эту вот игру. Так, ребят, давайте вот сюда. Так.
Так, где же эта улыбающая штучка? Так, где она? О, вон, я уже вижу, вон. Там пауком. Воробушек, мы тебя попозже помоем. Так, вон еще одна. Не будем мы с тобой играть, робот. У тебя скучная игра. Так, где же? А, вон. 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 Так, где же еще? Еще одна. А вон. С Домом пауком. Так, давайте. Еще где? Еще где? У меня сейчас закончится это. Быстрее. Не сможем вообще. Быстрее. Вот. Где еще? Птичка, не отвлекай меня. Кстати, ребят, будет еще 2 обновления. Потом обновляйте игру быстрее. Но я пока что еще не обновляла. Я только это обновление пока что играю. Ой, смотрите, ребят. Тут скейт. Нужно его срочно сфоткать. Ой, что это? Ребята, если у вас такое было, то просто перезайдите в игру. Ну, мы все равно сфоткаем этот скейт. Давайте, ребят, мы ее сфоткаем. Посмотрим, ждем админа. Но мы в него... Но мы потом. Кстати, мы потом в тот летающий дом. О, его уже нету. Ладно, давайте зайдем, значит, в конце видео мы зайдем в этот дом. И смотрите, тут же всех обновлений все есть. Я упала. Давайте залезем. Ой, тут опасно. Блин, упала, это опасно, реально. Смотрите. Тут очень тяжело. Реально тяжело, ребят. Потом даже не смейтесь. Что это такое? Это, наверное, что кто-то не умеет хорошо строить. Всякие паркуры. Тут давайте пойдем. Тут, ай, аккуратно. Тут нужно быть аккуратно.
Вот смотрите, ребят, какая-то штука появляется и исчезает. Вы видите? А! Я же упала. Такого. О. Тут. И мы упали. Давайте еще раз сойдем. Вот тут же. Вот тут и есть вот эти штуки. Я могу на них. А! Ну что я подумаю? Давайте еще раз. Где эти штуки? Сейчас мы туда пойдем. Ай, да что это такое, ребят? Я не могу прям. Ой, кто это меня уносит? Почему? Очень тяжело, ребят. Вот. Это очень долго, нам надо будет идти. Ай! Ух, хорошо, что не прям. Я вообще упала. Ладно, ребят, на этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Хотя, подождите, ребят. Ребят. У нас хорошо получается. О, нет. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. Да.